Здравствуйте, служба вызова врача на дом. Александр, слушаю вас. Свой первый рабочий день студентка Самарского медуниверситета Александра Кузнецова начинает с приема многочисленных звонков от пациентов. В контакт-центр пришла по зову души, рассказывает девушка. Работой довольна. Обращений много. От вызова врача на дом до записи к терапевту и на вакцинацию. Очень много людей звонили насчет вакцинации. Кто-то хотел, чтобы к ним домой пришли. Кто-то просто хотел записаться. Я думаю, надо больше таких открывать центров. Дополнительный единый контакт-центр был открыт на базе Самарского медицинского университета по причине высокой нагрузки, которая легла на амбулаторно-поликлинические отделения в период пандемии. Подобные центры уже работают в 15-й Самарской поликлинике, в онкологическом диспансере и в одном из медучреждений Тольятти. Но даже несмотря на эти горячие линии, несмотря на эти контакт-центры, безусловно, возрастает количество звонков. Безусловно, это запись на прием к врачу, это вызов на дом, это оказание отчасти и психологической помощи в рамках тех звонков, которые поступают. Оказание своевременной и качественной медицинской помощи – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. В новом контакт-центре с 8 утра и до 8 вечера сейчас трудятся 20 студентов-волонтеров. Ребята используют специализированные информационные программы, которые в будущем пригодятся им в работе. Плюс ко всему, за участие в волонтерском движении студентам зачислят дополнительные баллы при поступлении в ординатуру. Это еще один шаг, да, который говорит о том, что университет понимает всю меру ответственности, всю важность для нашего населения. И сегодня тот шаг, который направлен на расширение контактных центров в Самарской области, потому что объем звонков увеличивается. Чтобы работать в незнакомой компьютерной системе было проще, Министерство здравоохранения предоставило кураторов. Они помогают ребятам-волонтерам разобраться в потоке поступающей информации. Напомним, для того, чтобы записаться к врачу через единый контакт-центр региона, необходимо позвонить по номеру 122 и набрать добавочные цифры – единицу или двойку. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.